армию хочу, в армию, заберите меня в армию. Мне 24 года. Где вы были, когда мне было 18 лет, и вы меня не забрали? Все во всем виноваты. В этом был убежден задержанный молодой человек, которого преследовали полицейские. Поймать нарушителя удалось случайно. Уходя от погони, водитель отечественной едва не врезался в припаркованную вдоль обочины машину. Я хочу в Сирию воевать или на Украину. А за что воевать? За Россию. За Жириновского, за Путина, за Володьку. Жителю поселка Юдина вернули права только этой весной. Спустя несколько месяцев ночью его повторно задержали в неадекватном состоянии. По закону теперь молодому человеку грозит уголовная ответственность. Не убивали сегодня? Не. А зачем не подчинились тогда? Легче было, наверное, остановиться, документы предъявить и дальше ехать. Да, мог. Чем сейчас сидеть в патрульной машине, нет? Да, да, мог. А тест на алкоголь будете сдавать? Да. После оформления всех необходимых протоколов задержанного доставили в ближайший отдел полиции. Лисан Латыпова, Альберт Аминов, Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.